Изменившаяся схема с 1 января, она привела к тому, что нужно было урегулировать все вопросы, связанные с созданием дополнительных контейнерных площадок. То есть раньше возили, условно говоря, два раза в день, вывозили мусор, и контейнеров было установлено в два раза меньше нормы. Сейчас схема очень жестко упорядочена, и у нас есть 11 территорий, где мы еще вот эту схему не отрегулировали, там надо устанавливать дополнительные контейнерные площадки. Это мы все, эта схема будет полностью отрегулирована, зима закончится, погодные условия дадут нам возможность построить новые контейнерные площадки, разместить новые контейнеры, и схема вывоза мусора будет полностью вся выстроена. Сам по себе, если мы берем вот строительный мусор, он не подпадает под вообще под ТКО, то есть в классификаторе нет строительного мусора в составе ТКО. По идее, должны заключаться отдельные договоры при проведении строительных работ, при проведении капитальных ремонтов, то есть договор на утилизацию строительного мусора заключаться должен отдельно, не в рамках работы с ТКО. То есть те отходы, которые образуются в результате текущих ремонтов квартир, мы забираем. То, что образуется в результате капитальных ремонтов, в основном это кирпич, бетон, железобетон, это отдельно.